Едем, друзья, к Люсе, к Степе. Взяли вот ведёрко, которое для Люси передала женщина. Тут шапочка. Ну, шапочку Люська точно не даст сейчас одеть. Может быть, когда будет более холодно, она тогда сразу кладу за пазуху и не такая резвая. Тогда, может, оденем. Я думаю, она будет очень шкодная. А сейчас просто зайдем покормить. Ой, кричит. Увидела Влада, кричит. В Тайгане очень хорошая погода, да и в Крыму во всем хорошая погода. Всю эту неделю школьные каникулы. Добрый день, девочки. Люся кричит. Кричит, увидела папу. И в Тайгане, и в сказке скидки, напоминаю. Поэтому приезжайте. Он бежит. Она сюда, Степка туда, уже знаю, да. Люся, сейчас будем памперсы одевать. Давай, я не буду пока, Влад, я потом выйду и возьму вкусняхи. Давай пока памперсы. А Степе не достается, да, Степа? Ага. Степа, на. Вот, молодец. О, ай, мой парень. Дала, Степке съесть. Ага. Задницей, да, сверху? Вот. Так, где же их? Крепко? Мои чляпки, мои колеса. Отходились. Степочка, давай. Ой, Степ. Подожди, Стёп, я забыла очки. Стёп, подожди, ага. А, закройте. Не, куда лучше закройте, ага. Спасибо. Так, давай, ей сначала памперсы. Да. Давай. Давай, держи. Так, иди, началось. Иди сюда. Иди. Ай, ой, там же заколка. Господи, не успеешь снять ничего. Люся, у меня нет заколки, нету. Все. Не надо шмонать. Люся. Да. Это да. Оп. Люське будем? Или кому? Не знаю, давай хоть кому-то уже будем. Давай, выключай свой. Люся. Ты уже папе вон пошкрябала лицо, только мне осталось. Давай на папу. Опа. Это она любя меня. Нет. На. Это Люсь. Ведерочка. Это да. Передала подписчица. Держи крепко. Что она сейчас все выкинет. Фух. 5 минут тишины. Люсь, не распиливай, а. Как свинья в апельсинах. Там все вкусненькое. Смотри, сколько всего тут. Люся. Люся. Ну что ты делаешь? Давай я присяду на. Давай. Ночик. Потому что она уже на сухом накидала тоже опять. А, что она выковыривает, я не могу понять. Что и по вкусу. Так, курагу через раз. Ой, колесик. Да. Стёп, все, села попой на ведро, да? Ты будешь выдавать все Стёпе? Люсь, главное, да, на коне военном. Ведерко ей оставим, да? Нет. Почему? Да пусть играет. Хорошее ведерко, будем вкусняшку приносить. Ну, хорошо. Ой, да. Глянь, кормилица. Так, не трогай его памперсы. Люся. Сеятель. Понимаешь?
Она просто, да, на суп должна накормить всех. А себе самое вкусное выбрать. Ну, не надо, пусть Степка ест у тебя со штанов. Потому что она же ему ничего не дает. Это ж стыдно. Люся, и у тебя еще, да? Попой уже сядь в это видео. Чтоб никому ничего не дать. Орехи, да, выковыривает? Определенные, кругленькие. Чтоб на сухе без Люськи делали, понимаешь? Кормилица. Если б не Люся, чтоб столько, столько гостинцев. Лохматая какая, да? О, что? Лохматая, говорю. Оба. Иди уже ты, да. Не лезьте, мама. Не лезьте, да, не трогайте. Мы тут делом занимаемся. Я вижу. Оп. На сухе по фейсу. Скажи, не лезь, сиди. Не лезьте, мама. На. Да. Конечно, папа молодец, да? Мама плохая, а папа молодец. Как в детстве кормлю. Да, Люся? Миндаль? Миндалек, да. Не надо, я ни при чем. Иди к папе, ты да. Смеется так. Да, Люся? А ты что здесь? Что? Тебя не просили здесь. Люся, иди сюда. Сейчас прыгнет. Мне нравится, 12 килограмм счастья. На сухи какие стали в зиме, да? Большие вообще такие. Массаж. Мне главное не дает это, да? Массаж делаю. А вот папа, вот. Пожалуйста, хоть массаж. Ну, какая она толстая стала, да? Смотри, даже не надо завидовать. Сильная. Женщина толстая не бывает. Она упитанная. Сейчас. На сухи перепадет. На сухо лезет. Ты понимаешь? Это главный на сух. Степочка, ну, я вижу, ты тоже, да. Люсь, я сказала, Степочка. Не надо нам. Ой, не надо в телефон. Я тебя прошу, не надо телефон. Блогер. Люся, привет. Люся. Что? Люся. Нашего папу и тут, и там показывают. Ну, не сбивай, у меня и так подписчики пишут, что качество не очень. Иди. Ну, ты тяжелая же, Люсь. Это не тяжелое, это оп. Еще один пришел. Правильно, Люся, давай его. Что-то здесь как-то... Маловато, да, Степочка, ведерко было? Давай, оп. Мой мальчик, мой зайчик, да, делай прическу. Пока это ты, да, не пришла. Моя девочка, моя курочка. Да. Оп, и на сухо. Ну, что? Люся. Что мы... Ну, ты меня шелухой украсишь, да? Вот так, правильно. Вот все понимать. Люсь, не надо. Гони их, это было не ко всем. Может, дать ей ведерко, пусть она погоняет с ним. А? Не знаю, ведерко хорошее. Ну, дай ей, пусть играет. Сейчас я тебе этим ведерком кепочку тебе сейчас сделаю. Опа, моя красавица, да. Украсилась как могла, да? Скажи, украсилась как, сейчас папе оденет. Папа будет зеленым, вот, все, красота. Неописуемая. Мне ведерко понравилось. От нашей подписчицы. Что, на себя или на папу, Люся? Не надо на меня. Люся. Она мою лысинку как трамплин использует. Вот, молодцы мои. Вот. Ну. Люся. Иди сюда. Ой, жестко. Иди. Люся. Люся, ты меня последнее выделишь. Это ж не лианы. Боже, то ли это дитё золотое сидит, а? Пузатая. Ой. Ты что, отлучил? Это,
слышишь? Боже. А меньше одевай, ага. О, нашла. Ясновидящая, вот, с ведром на голове. Подставляй Люсь в ведро, пусть папа в ведро положит. Давай, вот, все, молодец. Ну, что ты делаешь? Люся. Держи свое ведро. Господи, боже, мешает, да, Люсь, мешает. Ох, ты летящая обезьяна. Да. Степа украсил меня шелухой. Люся, еще, по-моему, чем-то. Посмотри. Люся. Что она вытворяет, а? Почему это не на папе? Ты посмотри, она уже... А я все говорю, она сломала, все. Она сейчас намусорит мать этим ведром. И потом на сухе будут... Ага, ага, уже проще закрасить, чем это брать. Люся, перестань. Сейчас будем убирать. К папе. К папе, оп. Мое ведро. Все. Забрала. Опа, аккуратненько, глянь. Села так прям. Второй. Фу. Да. Она просто характерная. Она уже не такая молодая. Да, три будет весной. Весной будет три. 15 апреля будет 3 года. Да? У нас, скажи, роза уже цветет, да, Люсь? А Маня где? А Маня в другом вольере с Тосей. Там все тишь, тишина, покой. Ну да, Люсь.